Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии. Блин, я, пожалуй, этот самый. Ну ладно. Давайте сейчас... У нас, в принципе, этот... Так, Слезу Асхи мы нашли вот с этой точки, да, прошлый раз. Отлично. И у нас получается три хода, чтобы прибежать... То есть, по идее, нам должно хватить. Так, идите нафиг. Или не должно хватить? Слушайте, неужели мы... Да, мы в последний ход чисто добегаем. Так, где этот портал? Недостаточно ресурсов. 5 капелек. Одну капельку мне, пожалуйста. Все, строим портал. Статуя была великолепна. Так решил Есир, прикидывая в уме ее цену. Он не сомневался, что принцесса оценит принесенную им жертву. Блин, ну, кстати, очень тупая миссия. И что мы выполнили? Защитник земель. Ну, вроде бы все... Попросить помощи у Есира. А, ну это, видимо, вот это, да. Ну ладно, к Есиру мы не сбегали. И чё? А чё, лимит времени не зак... Поражение. Блять. Кабзда просто, ребята. Я не понимаю, что мы же построили эту слезу Асхи. Что за говно? Подождите, какого хрена? Просто какая-то тупорылая миссия. Вот нахер она нужна вообще, эта миссия, блядь? Мы построили этот портал, все ништяк. Квесты выполнены все, только мы к Есиру не сбегали. Вот этому обоссышу мы не сбегали. Пидарюги вот той. Все, оазис, это выполнено. Есир, фигесир. Все, поражение. Бляха медная. Так, а если мы к Есиру зашлем левого героя? Это возможно? Или левым... Но левым героем выкопать мы, наверное, не успеем по-любому. Ой, ёк-макарёк. Так, это у нас чё? Это у нас не про... Фак, а у меня теперь эссе... Да ёбаный в рот! Блядь, я не сохранился. Пидорасы, блядь. Они перезаписывают автос... А, может быть, подождите. Вот же этот автосейв, мы подбегаем. Так, мне надо вот этот ход сейчас, а ну подождите, загружаем. Не, нормально, нормально, сейчас. Сейчас попробую. Да ну такой тупизм, ебать того в рот. Просто какой-то тупизм, конченый с этими героями, я просто в ахере. Да, вот он этот сейв. Так, давайте мы здесь сохраним еще какой-нибудь там... Маг 7.
Где тут герой? Вон. Кошака вот этого наймем, давайте. Нанять кошака, загрейдить ему всех. Так, этих... Кстати, надо вот этих вот ему убрать, чтобы он дальше бегал. Потому что чем быстрее бегают существа, тем оно типа круче. Так, эффект конюшни. Сколько у тебя ходов? 3 хода. Он нихуя не успевает. Блядь, ну чё ты, блядь, падла, такой медленный пидор ёбаный, блядь. Блядь, это пизда тупая, просто конченая эта хуета. Единственное, что меня может спасти, если я ему слезу Асхи перекину. А ну-ка, это вообще возможно? Так, залезаем сюда. Выкапываем эту ебучку. Пропускаем ход. Так, теперь у нас получается... Есть. Раз, два. 2 дня. Он-то назад добегает. А добежит ли мой герой до туда? Да нихера он не добежит, да? Где слеза Асхи? Блять, ее нельзя передать, сука, ебаная, блять. Пизда тупорылая, нахуй. Просто, блять, мудак. Нахуй такие миссии нужны, блять. Побеги, блядь, кто быстрее прибежит. Охуенная миссия. Просто, блядь, пиздатейшая. Давай, жаба, блядь, пиздуй нахуй сюда. И, блядь, нельзя, нахуй, нельзя, блядь, этим пидорам нельзя поговорить, этим мразью, этой тупой, блядь. Сука, ебаны, блядь, кто это придумал, нахуй, гондоны, блядь. Просто, блядь, пидоры ебаные, блядь. Я откуда знал, что с этими гандоебами надо со всеми, блядь, поговорить успеть? Уебаторы, блядь. Просто, блядь, объебучки, блядские. Суки. Блядь, мразь тупорылая. Левым к Есиру, нихуя оно не бежит. Недостаточно ресурсов. Уёбищная миссия, блядь. Самая уёбищная из всех, сука, что... Блядь, они мало того, что игру с багами выпустят. Да задвали ебало, блядь. Да статуя была охуительна, блядь. Статуя была... О, подожди! Брат, помоги мне. Стоп! Земли разоряют враги. Они безжалостны и убивают любого, кто встанет... Сработало как-то. Решай свои проблемы сам. Твои земли, тебе их и защищать. Но наши враги — угроза для всех. Я женюсь на принцессе и буду жить с ней во дворце, далеко отсюда. А как же твой народ? Их дело. Пойди прочь. У меня нет времени на твое нытье. Защищай своих крестьян сам. Я рожден для дворцов, а ты для холмов. Может, получится сейчас? Ля, у него сразу 13 уровень. Ну все, теперь у меня выполнено все. Я не знаю, каким образом это получилось. Видимо, сначала надо было статую построить, потом с этим гандоебом поговорить. Ну, пропускаю ход. Да ебал я в рот, ну его нахуй, заебала эта миссия просто в пизду, блядь. Нахуй, стрим закончен, я ебал, блядь, это просто кусок дерьма, блядь. Какого хуя, блядь, я все, блядь, эти ебаные квесты сделал, блядь. Это чё, опять баг или чё, блядь? Сука, ебаные, блядь, 7-е герои, как в них играть, блядь, просто пидоры. Мало того, что багов миллион, так они еще и такие, сука, конченые миссии сделали, блядь. Гондоны, блядь, сука. Сука, нахуй, купите, блядь, права нормально, CD Projekt Red, блядь, выкупите героя всеми, а, блядь, я просто все игры, которые вы когда-либо выпустили, блядь, куплю по одной копии себе,
поддержу как могу. Ну, блядь, доверили гандоебам, блядь, этим Ubisoft'ом сам. Они кроме Assassin's Creed, да они даже Assassin's Creed, они вообще нихуя делать не умеют, блядь. Героев, сука, купили, блядь, мрази. Горите в аду, блядь, сука, блядь, ебучие, блядь, конченые, нахуй, пидорасы.